Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сейчас мы с вами переведем все мои средства, находящиеся в разных бэк-офисах, и переведем их в один бэк-офис в Кру. Значит, в кабинете API у меня в кошельке 6 юнитов. Это 6,55 доллара. Я нажала вот здесь на Кру и перешла в бэк-офис Кру. И здесь у меня на кошельке 55 долларов 63 цента. Нажимаем здесь на кнопочку Еварич и видим, что в Еварич у меня 431 доллар 60 центов. Нажимаем вот здесь перевод средств, опускаемся ниже и нажимаем вот на эту строчку. Перевод на свой кошелек в другом кабинете. Здесь мы нажимаем вот здесь под треугольничком. Выставляем бонусный счет, нам сразу же прописывается 431, вставляем сюда 431 и переводим, мы вот здесь нажимаем в кабинет Кру, для того, чтобы вывести эти средства с кабинета Кру уже на кошелек Амир Capital. Нажимаем «Начать», нас запрашивает код с почты, заходим на свою почту. Вами был сформирован запрос на перевод 431 юнита, то есть 431 доллара. Копируем вот этот код, копировать, заходим в кабинет Еварич и вставляем сюда этот код, ставить, перевести. В кабинете Кру у нас было 55 долларов 63 цента. После перевода стало 486,63. Теперь мы переведем сюда 6 долларов с кабинета АЧИ. Нажимаем. Нажимаем здесь перевод средств. Перевод на свой кошелек в другом кабинете. Здесь стоит у нас Кру, бонусный. И вставляем 6. Начать перевод. Точно так же нам на почту сейчас придет письмо. Вот постучалось. Заходим на свою почту. 6 юнит. И копируем вот этот код. Копировать. Вставляем. Подтвердить. Здесь у нас списалось 6 долларов. А в кабинете стало 492 доллара. Вот эти 492 доллара я сейчас буду выводить. Ставим вывод средств на мой кошелек Амир Capital. Выводить я буду в эфирах. Для этого заходим в кабинет Амир Capital и видим, что в USDT у меня 748 долларов. Для того, чтобы перевести с кабинета Кру сюда деньги, нам нужно скопировать адрес кошелька. Будем копировать. Нажали эфириум. И вот нам здесь выдали адрес кошелька ERC-20. Нажимаем копировать. Номер кошелька скопируем. Заходим в Кру. Вывод средств в эфирах. Вставляем сюда тот адрес, который мы скопировали. И проверяем. 1S1 на конце. 1S1 на конце. И начало 0X. 0X. Сумма вывода ставим 492 доллара. Максимальная сумма 3000 долларов. Нажимаем здесь «Я подтверждаю, что указанный счет принадлежит мне». И нажимаем на кнопку «Продолжить». Код подтверждения. Идем на почту за кодом. Платежная система Ethereum. Сумма перевода на 492 юнита. Копируем код подтверждения. Копировать. И вставляем «Ставить». Подтвердить. Деньги с кошелька списались, осталось только 63 цента. А теперь давайте посмотрим. Вот мои выводы. 2020 год, 28 июня, я вывела с компании 2000 долларов. 18 сентября 2020 года я вывела 322 доллара. 30 октября вывела 812 долларов. 7 января я вывела 500 долларов. И сейчас, 29 января, я вывожу 492 доллара. И заметьте, это не партнерские начисления. Это начисления по программе лояльности. Можно сказать, прибыль от глобального портфеля, который создала компания из наших инвестиций и вложились в 29 сегментах на хороших условиях. И вот именно с этих сегментов мы и получаем сейчас прибыль. Но компания называет это бонусы по программе лояльность. Итак, начиная с июня месяца 2020 года, я вывела с Академии частного инвестора 4463 доллара. Согласитесь, это совсем не маленькая сумма. Я знакома с компанией Академия частного инвестора с 2011 года.
Но в самой компании Академии частного инвестора я с 2016 года. Именно тогда Андрей Федорович Ховратов открыл компанию «СВИК» для того, чтобы мы могли покупать АИПы. АИП – это обучающие информационные продукты по финансовой грамотности. И при этом еще и получать в подарок доли компании SkyWay с очень большим дисконтом, особенно в 2016, 2017 и 2018 годах. Лично я успела получить 2 182 092 доли компании SkyWay, а также после обучения и сдачи экзаменов получила статус менеджер в этой компании. В 2016 году компания SkyWay была сильно рискованным стартаповым проектом. На сегодня Анатолий Эдуардович Юницкий запатентовал свои технологии, транспорт второго уровня SkyWay. И на сегодня уже построены тестовые участки не только в Беларуси и в Мариной Горке, но и в Арабских Эмиратах, в городе Шарджа. Это я рассказала очень кратко о том, что касается вложений в SkyWay через Академию частного инвестора. SkyWay – это одно из направлений, куда мы инвестировали, покупая обучение по финансовой грамотности. Сейчас Академия пошла дальше. На сегодня они создали глобальный портфель, в котором более 29 сегментов, куда идут наши инвестиции. Это и недвижимость, и выращивание искусственных алмазов, добыча золота и серебра, инвестирование в создание своих банкоматов, открытие своей собственной сети мини-еда-кафе в городах по всему миру, создание своей электронной платежной системы, своих карточек и многое другое, от чего мы получаем прибыль в виде бонусов по программе лояльности. Короче, инвестиционный список не маленький, и он приносит доход. Так сказать, небольшая надбавка к пенсии или к зарплате есть. Она, конечно, зависит от ваших инвестиций. Но то, что эта компания не хайп, и наши инвестиции вкладываются в настоящие бизнес-проекты, то это факт. В этом вы можете убедиться сами лично. Зайдите на офф-канал от компании «Еварич» и Академии частного инвестора. Вы сейчас видите на экране их каналы. И прослушайте вебинары от амбассадоров этой компании на разных языках. Когда в апреле 2020 года открылся кабинет КРУ, я, естественно, приобрела АИПов. И у меня в портфеле на данный момент 2 115 399 КРУ, что, естественно, на сегодняшний день дает мне прибыль, которую я вывожу. Если мы нажмем на портфель, то мы увидим, что вот здесь написано 2 115 399 количество КРУ, и разморожено у меня 61 962 КРУ. Если мы посмотрим стейкинг, то в стейкинге у меня лежит 27 тысяч, 10 тысяч КРУ и 14 тысяч КРУ. И раз у меня появились новые портфели, размороженные КРУ, то сейчас я еще положу на стейкинг, нажимаю стейкинг, создать стейкинг, период стейкинга. Я выбрала тариф выгодный под 2,5% и поставила здесь 50 тысяч. В результате стейкинга на ваш кошелек будет начислено 30 тысяч КРУ. Нажимаю «Подтвердить». Стейкинг создан. Перейти к списку. Итак, у меня еще получилось 50 тысяч в стейкинге. Вот только что прослушала вот этот вебинар на официальном канале «Еварич». Новости «Криптоюнит» от 28 января 2021 года. И после него я решила, что все размороженные КРУ, которые у меня есть, их нужно обязательно сейчас вложить в стейкинг. Потому что после того, как откроется биржа, все размороженные КРУ попадут на биржу, и их можно будет продать по очень выгодной цене. Слушаем. Немножко повторим, да, для тех партнеров, кто к нам присоединился недавно, мы повторим с вами то, что многие так и так уже знают, что мы в течение 2020 года делали свой блокчейн, блокчейн CryptoUnit. На нашем блокчейне сейчас уже есть 4 токена, токен World Crew, токен Security, который является цифровой акцией. Токен CRU – это наш сегодня технический токен взаимообмена. CRU равен World Crew, да, его можно поменять на World Crew 1 к 1. И в преддверии запуска торговли на бирже очень многие трейдеры уже готовятся к такому ажиотажу, к такой оживленной торговле, когда у нас токен World Crew от самой компании продается
продается компания EGP Group, продается по цене 35-40 центов, а крипто-юнит тот же групп на бирже, да, может быть купить там, по 20 центов, по 30 центов, и они еще взаимозаменяют, да, подлежат обмену. Очень выгодно, можно успеть купить групп чуть-чуть дешевле, чем Vault Group, и сделать конвертацию. И также у нас предстоит хороший рост цены токена UNTB, технического нашего токена. Если мы сравниваем с блокчейном ELS, да, на базе которого мы сделали наш блокчейн, то ELS сегодня стоит 2 доллара. А наш UNTB можно будет либо приобрести на бирже, либо получить в результате стейкинга, и начальная цена всего лишь 1 цент. То есть очень большая перспектива роста цены именно UNTB, да, с 1 цента. Меньше некуда, только вверх, только вперед и вверх. Ну и стейблкоин компании USDU – это аналог доллара, да, то есть это будет такая единица, как мы привыкли, что в нашем личном кабинете это юниты, расчетная единица, на блокчейне, на бирже, на криптошельках это будет USD юнит, да, такой же юнит, приравненный 1 к 1 доллару. Уверена, что многие из вас сейчас заинтересуются этой компанией, прослушают вебинары на официальном канале, а под моим роликом нажмете на кнопку «Еще» и перейдете по ссылке в Академию частного инвестора в кабинет КРУ и зарегистрируетесь. А я захожу в кабинет КРУ, нажимаю «Портфель», «Стейкинг», «Создать стейкинг», выбираю выгодный под 2,5%. Выбираю оставшиеся. Ввожу здесь 11962. Здесь у меня стоит галочка. И в результате стейкинга на ваш кошелек будет начислено 7172,2 кру. Подтвердить. Перейти к списку стейкингов. И мы видим, что у меня еще один активный стейкинг. То есть я увеличила количество своих размороженных КРУ. Далее мы нажимаем на кнопку «Сертификаты». Недавно мне начислили 675 КРУ за предыдущий стейкинг. И я нажимаю на кнопочку «Сформировать сертификаты». Подтвердите действие. Окей. Сертификат создан. То есть вот у меня сколько сертификатов. На 1 792 000, на 180 000, 567, на 140 000, 570. И вот сейчас я сформировала новый сертификат. Не забывайте заглядывать на страничку «Сертификаты» для того, чтобы оформить эти сертификаты. Нажимаем «Просмотреть PDF-документ», и вы видите здесь свой сформированный сертификат. Это очень важно. Итак, вы видите здесь несколько бэк-офисов. ТНГ, АЧИ, КРУ, ЕВАРИЧ. И вот здесь у вас стоит плюсик. Нажимаете на него, и вас запрашивает, хотите ли вы открыть новый раздел UGP. Да, нажимаете на эту картинку, и вы входите в свой кабинет UGP. Здесь мы видим, что горит желтым «Не заключен договор». Нажимаем «Заключить договор», опускаемся вниз и нажимаем вот здесь «Заключить договор», «Подписать договор», «Заключить общий договор», «Подписать договор» и «Заключить соглашение о неразглашении», «Подписать договор». Договора здесь все на английском языке. Я на этом тратить время не буду. Кому интересно то, что вы заключили, переведете и прочитаете сами. А мы видим, что договора заключены и горят зеленым. Очень радует, что 28 числа вышла новость о том, что первый этап развития security токена Vault CRU продлена до 15 февраля включительно. Поэтому в следующем ролике, это будет вторая часть, я освещу более подробно темы, как верифицировать электронную платежную систему Global Unit Pay, как пополнить кабинет Global Unit Pay, как открыть Elite Club, нажимаем пакеты Vault CRU и покажу, как купить пакет за 1000 долларов, в котором будет не 2500, а 2778 Vault CRU, то есть плюс 11%. За 5000 плюс 25%. За 10 тысяч АИП плюс 42%. Ну, а на этом у меня все. Желаю всем удачи. Ждите мой следующий ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и обязательно пишите свои комментарии под роликом. С вами была Валентина Синема 2.